Nintendo до 2004 года изначально не планировала выпускать необычные для своего времени консоли. У N64 из необычного была только форма джойстика, а у GameCube расположение кнопок на том же самом джойстике. Но продажи консоли все падали и падали, за исключением Game Boy'ов, и большой N надо было что-то делать. Решением ситуации стала Wii, выпущенная в 2006 году, распродавшаяся тиражом 100 миллионов, и Nintendo DS в 2004, которая распродалась уже в 150 миллионов экземпляров. Wii стала, как по мне, самой необычной игровой консолью, где контроллером выступает пульт от телевизора с датчиками. И этот же статус получила Nintendo DS, у которой было два экрана. Один из них, кстати, сенсорный. Это все, конечно, хорошо, но сегодня мы поговорим о последователе Nintendo DS – 3DS. Кроме того, мы также поговорим об истории ее создания и успеха, рассмотрим игры, которые выходили на нее, и затронем Homebrew. Начинаем. Главная фишка 3DS – это 3D-экран. Его можно регулировать, настраивать и включать в огромном количестве игр, выходившие на 3DS. Но эксперименты с выводом реального 3D начались еще во времена NES или Famicom'а Dendy. Знакомьтесь, Famicom 3D System. Это очки, которые подключались к Dendy, и с помощью них можно было ощущать тот самый 3D эффект на 8-битной консоли. Работало оно так. Очки на одном из глаз на короткий промежуток времени закрывали изображение телевизора, а на самом телеке выводился кадр, соответствующий открытому глазу перспективой. Так и получался 3D эффект. И эти очки поддерживали всего 7 игр. Чуть позже Nintendo выпустила Virtual Boy, и это был провал. Она была неудобна во всем, начиная от самого девайса, в который надо было обязательно смотреть, заканчивая контроллером. Да и к тому же экран там был кислотный. Но в Nintendo сдаваться никак не хотели. Они экспериментировали железом GameCube и Game Boy Advance SP, однако и здесь их ждала неудача. В обеих консолях с 3D было все нормально, но стоимость экранов и их расширение оставляла желать лучшего. И пока дело не доходило до создания 3DS, к проекту с трехмерным экраном больше не прикасались. Вышел GameCube, Wii, DS, а 3D все не было и не было. Но как технология достаточно удешевилась, да еще и хайп подрос на нее, так Nintendo сразу взялась за разработку новой портативки. На этапе разработки инженеры много чего напридумывали. Были прототипы, основанные на Wii, где экран был подключен напрямую к плате, а слайдер глубины 3D был приклеен к нунчаку с помощью горячих соплей. Был и прототип, где можно было поменять местами аналоговое управление и D-pad. Для основного экрана использовали самый обычный ЖК-дисплей, но с технологией автостереоскопии. А в чем отличие от обычных 3D-экранов? В нем было можно ощутить 3D-эффект без очков, и тогда это выглядело невероятно круто. А ведь никто подобное раньше так не делал, или все-таки делал? В Советском Союзе в 1935 году запатентовали технологию растровой безочковой стереопроекции. Она давала 3D-эффект без очков, и почувствовать ее могли все зрители в зале, не только один человек. И впервые она была продемонстрирована фильмом «Земля молодости» в кинотеатре «Москва» в феврале 1941 года. Работало оно так. На каждый глаз проецировалось свое изображение с помощью растрового экрана. А можно ли избавиться от очков? Можно, если использовать механическую решетку растр, в зазоры которой уложить правое и левое изображение. Эту задачу решил советский изобретатель Семен Павлович Иванов, впервые в мире возложивший функцию разделения изображений на сам экран.
Стереокино изначально показывали на пленке 35 мм, а чуть позже, уже после Второй мировой войны, специально для таких целей была создана 70-миллиметровая пленка вместе со стандартом стерео 70 для 3D-фильмов. Им снимали не только стереокино, но и самое обычное, широкоформатное. Например, экранизацию книги Ивана Ефремова «Туманность Андромеды» записывали на 70 мм. Такую широкую пленку использовали и на Западе. Именно на него была снята космическая «Одиссея» и «Первый трон». Растровый экран у 3DS работал примерно так же, как и в больших советских кинотеатрах. Только масштаб всего этого был, естественно, маленький. Рассчитано оно на одного человека, то есть на самого игрока. После недолгой разработки в марте 2010 года Nintendo объявила о том, что скоро представит 3DS, а на E3 того же года ее действительно представили. И на сцене показали не одну, не две, даже не пять, а 200 рабочих штук. Знаете для чего? Чтобы продемонстрировать сидящим зрителям на E3 саму консоль и 3D-эффект. В продажу консоль поступила в начале 2011 года. По классике, первый тираж консолей пришелся на Японию, а уже позже распространился по всему миру. Спустя 3 месяца цена на консоль снизилась на 30%, и продажи значительно увеличились. Через год Nintendo выпустит 3DS XL, увеличенную версию 3DS. Железо осталось таким же, только размер приставки стал побольше, что очевидно. Через еще один год компания выпустит 2DS, удешевленная 3DS с цельным корпусом и отсутствующим 3D-эффектом. Ее продавали за $80, и она рекламировалась для детей младше 7 лет. По заверениям Nintendo, использовать 3D-режим детям маленького возраста не рекомендуется совсем. В 2DS его вообще было нельзя включить, растрового экрана там нет. Поэтому эта консоль была идеальна не только по цене, но и сохраняла глаза малолетним игрокам. В 2014 на рынок выпускает New Nintendo 3DS вместе с XL-моделью, в которой значительно все улучшили. Полноразмерную карту памяти заменили на SD-карту, и тот стал поддерживать формат SDXC. Процессор стал мощнее в 2 раза. То же самое произошло и с размером оперативной памяти. Добавили второй стик и дополнительные 2 триггера, и заметно улучшили технологию 3D. При повороте приставки вправо или влево картинка сильно искажалась. Nintendo это исправило функцией суперстабильной 3D. Камера консоли вычисляла угол, под которым держал консоль игрок, через фронтальную камеру. И, кстати, не Apple первыми перестали класть блоки питания в комплект. Это уже делала Nintendo, и новые консоли поставлялись в маленькой коробочке, прям как новые айфоны. В 2017 выходит последняя модификация 3DS. Это New 2DS XL. Про нее особо рассказывать нечего. Она все еще была лишена технологии 3D, и, наверное, все же не зря. Это был последний выдох Nintendo, и та чуть позже полностью переключилась на Switch. И в конце концов мы получаем 6 моделей 3DS. Оригинальная 3DS, что у меня в руках, увеличенная версия, New 3DS, та что с улучшенным железом, New 3DS XL с увеличенным экраном, 2DS без 3D и наконец-то New 2DS XL. Запутаться в этих наименованиях новичку было очень просто. Последней моделью стала New Nintendo 2DS XL, и ее перестали производить летом 2019 года. Чуть позже Nintendo объявила о прекращении поддержки в сентябре 2020 года, а eShop для пользователей 3DS закроется уже в марте следующего года. В общей сложности всего 75 миллионов консолей было продано по всему миру. Получилось что-то на уровне PSP. Стала ли она успешной и конкурентоспособной, это мы узнаем по ходу видео. Мне на обзор попала оригинальная 3DS в красном цвете. И в руки я получил не просто одну консоль с зарядкой, а полный комплект с док-станцией и AR-карточками. Прислал мне ее в очередной раз Никита, за что огромное спасибо. Обзоры на Game Boy, Symbian устройства и PSP по сути состоялись только благодаря ему. Начнем с осмотра самой консоли.
В закрытом положении на лицевой части можно увидеть две камеры для съемки фото в 3D. На боках ползунок регулировки громкости, как на Game Boy, разъем SD-карты и тумблер для включения Wi-Fi. Снизу индикаторы и разъем для наушников. Сверху порт зарядки с контактами для док-станции. Слот для картриджей, место для стилуса и ИК-порт. Картриджи у 3DS такого же формата, как и у оригинальной DS. Однако у новых картриджей появилась выемка, которая, как на Game Boy Color, не позволяла вставлять новые игры в старую консоль. Если откусить эту выемку и попробовать вставить такой картридж в старую Nintendo DS, то она попросту не будет прочитана системой. Максимальный объем картриджа достигал 4 ГБ, тогда как в оригинальной DS в него можно было впихнуть только до 512 ГБ. Открываем консоль и видим перед собой два разных экрана. Один широкоформатный и умеет в 3D, другой сенсорный. Управление схоже с тем, что было в PSP, только тут не крестик и квадрат, а ABXY. Аналоговый стик тут необычный. Он не только стоит выше D-пада, но имеет совершенно другую форму. Он мне показался необычным и даже удобным, но, по словам владельца, заменял он его не раз и не два. Так еще и палец у меня на нем особо не держится. На игрока также смотрит фронтальная камера, динамики и слайдер регулировки глубины 3D. Камера, кстати, довольно паршивого качества. Шумит в темных местах и мегапикселей много не завезли. В остальном дизайн консоли красивый, а тактильность кнопок на высоте. Они очень приятные. Поговорим о встроенных фичах консоли и начнем мы с основных функций. К играм мы перейдем чуть позже. После включения консоли нас сразу встречает экран домой. Да, прям как на современных телефонах. И папки здесь тоже можно создавать. Также поддерживаются темы, что официальные, что хоумбрюшные, и можно изменять размер иконок. При выборе любого значка, будет это игра или приложение, на основном экране появляется ее 3D-интерпретация, и у всех она разная. Это стало традицией еще на консоли Wii, там тоже каждый канал и игры сопровождались своей анимацией. Чуть выше можно увидеть 5 отдельных пунктов. Игровые заметки, друзья, сообщения, браузер и Miiverse. В игровых заметках можно оставлять заметки. Рукописные. А сообщения это просто уведомления, никакого здесь мессенджера нет. Список друзей и браузер, думаю, в представлении не нуждается. Но что это за Miiverse? Это социальная сеть Nintendo с довольно интересными на то время функциями. Он был устроен примерно как ВКонтакте, только оттуда позаимствовали функционал сообществ и граффити. Эта соцсеть просуществовала недолго и закрылась в конце 2017 года. Естественно, нашлись энтузиасты, которые захотели вернуть Miiverse, и с проектом Reverse у них это получилось. Ставим патч, вводим пару нужных данных и готово. Среди встроенных приложений и игр тоже есть много чего. Например, редактор Mi — довольно легендарный инструмент, учитывая, что в нем можно создавать вообще кого угодно, начиная от босса из Евангелиона, заканчивая Питером Гриффином. Не менее интересная штука — Flipnote Studio 3D — инструмент для творчества, перекочевавший с оригинального DS. В нем можно создавать картинки и анимации. Скачать новые, к сожалению, уже не получится, сервис выключили довольно давно. Но через локальную сеть все это дело передается без проблем. AR Games — игра с дополнительной реальностью. Сегодня она, конечно, не так сильно удивляет, как какой-нибудь виртуальный маг на столе. Это что-то вроде «распечатай картинку, прокрути камеру над столом и играй». В общем, игра на один раз. Для любителей поржать также есть звук 3DS и Face Raiders. В первом можно издеваться над музыкой или своими диктофонными записями. Если хочется поиграть в мультиплеер, но определенной игры нет на приставке, то здесь спасает загрузка игр с других устройств. Появилась эта фича еще на DSi, и 3DS совместима с платформой постарше. Журнал действий по своей сути работает как экранное время на iOS и Android, только со включенными в статистику шагами.
В камере 3DS можно делать трехмерные снимки. Правда, посмотреть их можно будет только на самой 3DS. А системные настройки и всякая предупреждающая документация в представлении опять же не нуждаются. И напоследок самое вкусное. Это Street Pass. Ее суть стоит объяснить на примере. Вы пошли на прогулку на ВДНХ или в парк Москворецкого и взяли с собой 3DS. Пофотографировали, поболтали с друзьями и идете обратно домой. И вот уже дома обнаруживаете, что рядом с вами был владелец 3DS. Здесь показывается не просто сам факт встречи, но и персонаж и имя владельца. И тот самый незнакомец в ответ тоже получает ваше имя и персонаж. Это и называется Street Pass. Одними встречами дело не ограничивается. Некоторые игры работают со Street Pass'ом, и при столкновении владельцев они могут получить разные плюхи, новые уровни или редкий предмет. И работает это все дело локально, активное соединение с интернетом не нужно вообще. Владелец этой приставки встретил таких же 3DS-еров, сотню штук это точно. Стоит также рассказать историю о том, как эту консоль взламывали. Для DS китайцы выпустили картриджи R4. Они, не китайцы, позволяли запускать загруженные на SD-карту игры для DS и всяческие хоумбрю приложения. Картриджи R4 прекрасно работали и на 3DS, у консоли не улучшали магическим образом защиту от пиратства. Однако все игры запускались так называемым DS Mode, и его взломать так никому и не удалось. Да и через картридж эксклюзивные фичи DSi не были доступны от слова совсем. На Wii была похожая система, когда для GameCube игр приставка отключала все не принадлежащие GameCube компоненты, типа Wi-Fi модуля, и обрезала оперативную память до 16 мегабайт. Ее еще можно было взломать, просто воспользовавшись чипчиками, но DS мод уже была защищена по полной. R4 картриджи, конечно, были хороши, но ведь одними DS играми нельзя было обойтись. Также подумала компания Gateway, и та начала выпускать одноименные картриджи. Ну, на самом деле она выпускала в комплекте сразу два картриджа, синий и красный. Синий взламывал консоль, чтобы работал красный картридж, а красный уже запускал игры. Вот только Homebrew на таком картридже запустить было невозможно, и некоторые люди все-таки взламывают 3DS не ради пиратских игр, а скорее попрограммировать чего-либо под эту консоль. И про DS мод я вас немного обманул. Через него все-таки можно было взломать основную систему консоли. И да, как всегда, через переполнение буфера, но уже не в оперативной памяти, а в профиле DS, где выбиваете ник и статус. Вот только Nintendo уже успела выпустить обновление, которое закрывало эту уязвимость, но ажиотаж все равно был огромным. Правда, если не обновлять 3DS, то рано или поздно игрок терял доступ к онлайн-функциям. И знаете, что сделала Gateway? Картридж загружала обновленную прошивку уже со своей карты, а уязвимая старая версия оставалась на самой консоли. Чуть позже начали появляться клоны картриджей Gateway, и компания была не просто этому рада, она злилась и решила не просто ломать китайские картриджи, а брикать сами консоли. Вот только Gateway выстрелила себе в ногу, и официальные картриджи были подвержены брику. В итоге репутация компании пошла вниз. Хотели стать монополистом, а в итоге получилось вообще наоборот. Примерно в то же время появился картридж Sky 3DS. На нем все еще нельзя было запускать Homebrew, потому что он полностью эмулировал физические карты, и на нем довольно много ограничений. Нельзя было запускать игры от других регионов и эксклюзивы eShop. В 2014 году появился программный взлом консоли под названием SSS PVN. Работало оно и на новых ревизиях и прошивках 3DS, и на старых. И что самое интересное, этот взлом производился через Ninja Hex, а если точнее, через игру Кубик Ниндзя. Сама игра была невзрачной головоломкой, но благодаря уязвимости в редакторе уровней, она была бестселлером и самым доступным взломом на пару часов. Цены на цифровые копии всего лишь за несколько часов взлетели до небес, а физических копий в большинстве маркетплейсов просто не было в наличии, их все распродали.
Gateway все еще пыталась держаться на плаву, и в 2015 выпускала обновление для своих картриджей уже под названием Gateway Ultra. Компания все еще пыталась бороться с клонами, и то самое обновление было зашифровано и обфускировано. К сожалению для компании, прошивку довольно быстро расшифровали и задокументировали, и благодаря ей вышел взлом RX Tools. Из-за конфликта интересов между комьюнити и автором того RX Tools, тот просто не открывал исходные коды, появилась еще одна прошивка, но уже для самой 3DS, Pasta CSV, в которой было то, что не хватало в RX Tools. Это отключение проверки подписей приложений, то есть можно было запускать и пиратские игры, и самые обычные Homebrew. В последующем было выпущено еще два хака – ARM9 Loader Hacks и Boot9 Strap. Последний является актуальным способом взлома 3DS. Но те вышеперечисленных два хака – это просто загрузчики. Всей надстройкой консоли заправляет Luma 3DS. Через него и патчится система. На моей 3DS стоит та самая Luma. Homebrew, так же как и на PSP, может много чего предложить, начиная от простых портов игр типа Quake, заканчивая кастомизацией интерфейса через AMENOM. Но естественно все ставят Homebrew только ради одного – пиратские игры. И со взломанной прошивкой их ставить довольно легко. Качаешь ее, устанавливаешь через FBI и готово, уже можно играть. Кроме портов и пиратства, Homebrew также может предложить замену Nintendo Network. Помните, я говорил про закрытие eShop в марте следующего года? Так вот, Nintendo Network эту проблему решает. Он по своей сути полностью заменяет Nintendo Network, и через него уже можно поиграть в мультиплеере в несколько игр, например в Super Mario Maker. Правда, Nintendo больше создавали под Wii U, и там работает намного больше игр и приложений, нежели на 3DS. На Wii U, кстати, недавно завезли Wii U чат и приложение YouTube. Изначально эти оба сервиса не работали до недавнего времени. С помощью Homebrew можно также смотреть видео на YouTube. Раньше его можно было смотреть в браузере, а сейчас только через стороннее приложение, которое стабильностью не особо блещет. Зато работает. И наконец-то мы переходим к играм. Владелец установил сюда довольно много игр, и для 3DS, и для обычной DS, и наиграл я в них немало. Начнем с очередных прохождений Марио, Super Mario 3D Land. Кратко говоря, это что-то между обычным Марио и Марио 64. Она старается задействовать все функции консоли. Street Pass поддерживается, при использовании бинокля можно крутить самой консолью. И кроме того, есть два режима 3D. Когда картинка визуально выходит из самой консоли, или когда картинка проваливается. В остальном игра ничем не примечательна. Проходится легко и быстро, а новых техник нам не завезли. Pushy and Yoshi's Woolly World – прохождение незабываемого Yoshi's Island Super Nintendo. Игровой процесс не изменился, нам все так же придется кидаться предметами во врагов, но вся остальная составляющая выглядит интересно. Здесь все сделано из бабушкиных ниток. Буквально. Йоши, главный персонаж, из ниток. Уровни тоже из ниток. Враги из ниток. Игра не ограничивается одним стилем. Какие-то части на уровнях можно распутывать, достаточно потянуть за язычок. К слову, эта игра изначально вышла на Wii U и чуть позже была портирована на 3DS. Критики ее оценили по достоинству, даже несмотря на то, что игр-то про Йоши не так уж и много. С Kirby произошла примерно такая же история. Про него в 2010-м вышла игра Kirby's Epic Yarn на Wii. И только спустя 9 лет она была портирована на 3DS под именем Kirby's Extra Epic Yarn. По иронии судьбы, этот порт стал последней игрой Nintendo, которая когда-либо была выпущена на 3DS. Она, как и Yoshi's Woolly World, по своему дизайну довольно необычная. Мир состоит не только из бабушкиных ниток, но и из контуров и зип-молнии. Игра хоть и вышла последней, но играть в нее увлекательно. Будто это какой-то Майнкрафт, где ты потихоньку исследуешь мир и разыскиваешь все секреты на уровнях. Рекомендую поиграть.
Кроме портов Yoshi и Kirby, на 3DS выходили не только свои зельдовские игры, но и ремастеры. Видели когда-нибудь Ocarina of Time или Majora's Mask в 3D? Теперь увидели. Или второй Metroid под названием Samus Returns, который изначально вообще вышел на Game Boy. Tetris Ultimate, наверное, самая любимая мной итерация Тетриса. Геймплей сделан по уму, бесконечно крутить фигуры не получится, рано или поздно игра ее выплюнет. И дизайн вместе с саундтреком космический. Тетрис он и в Африке Тетрис. Рассказываю я про него только из одного интересного прикола. Владелец находится в топе по всей России на 11 месте. Sonic Lost World. Он мне вообще не понравился. Она не то что скучная или выглядит как недоделка. В конце концов, трубчатые миры выглядят интересно. Игра сложная в банальных вещах. Меня хватило только на пол игры. В Lost World, или как называли мои знакомые, Слив, Homing Attack — это самый главный враг в игре. Он может указывать на врага и даже показывать, что его можно ударить. Но ты пытаешься его ударить, и в итоге теряешь кольца, а то и жизнь. И с какими-то врагами со временем можно разобраться. На одном из них, как оказалось, нужно было использовать дополнительную атаку. Но большинство мини-боссов я так и не понял. Например, этого червяка я убивал по полчаса, а потом время на таймере приближалось к нулевой отметке. Использовать какие-либо способности тоже невозможно. Виспом, который на своем пути все прорубает, очень сложно управлять. По совершенно непонятной мне причине оси Y инвертированы, а в специальных стадиях нельзя отключить гироскоп. Приходилось крутить консоль прямо на месте. Короче говоря, игра мне не просто не нравится, она выбешивает. Хочется из нее выйти и забыть надолго. Была бы пониже скорость или побольше объяснений, тогда бы и вопросов не было. Хотя, возможно, эта проблема касается только этого порта. В конце концов, ее портировала Dimps Corporation, и на Wii U или ПК, думаю, все будет намного лучше. Dementium Remastered. Очень зря я не попробовал ее сразу, как я получил консоль. Как можно понять по названию, это ремастер оригинальной игры с DS, и, прошу заметить, достойный. Эта игра меня заинтересовала в первую очередь не страшилками в виде Manhunt или Resident Evil, а интерактивом. Вот пример. На стене написаны какие-то цифры. Вроде значения не имеют, но их куда-то надо записать. Можно взять телефон и туда этот код записать, но можно поступить проще и открыть блокнот прямо в игре. Несмотря на отсутствие второго стика, управлять персонажем комфортно. Хоть со стороны оно и выглядит странно. В общем, игра интересная, играть советую. Кроме больших тайтлов, на 3DS были портированы и знаковые игры с кнопочных телефонов и других платформ. Например, Edge, порт Java игры, или SpeedX, который я застал еще на Symbian. Стоит не забывать о DS играх, и в них я тоже поиграл немало. Больше всего мне понравился Rhythm Heaven и удивился существованию Giana Sisters на нинтендовской консоли. Оригинальные игры про двух сестер изначально были клоном Марио, и по легенде на компанию разработчика даже подавали в суд. Но в итоге серия игр Giana Sisters живет и процветает. Совсем недавно, 10 лет назад, была выпущена игра Giana Sisters Twisted Dreams. Видел на нее обзор у Ньюбилиса, и она реально прикольная и интересная. На DS также выходил предшественник всем любимой ритм игры Осу. Называется она Оста такая Оендан. И если сравнивать первые версии Осу с этой игрой на DS, то здесь отчетливо видны сходства, особенно по интерфейсу и игровому процессу. К сожалению, это не видео по обычной DS. Часть игр все-таки хочется оставить для будущих видео. Но у меня есть что рассказать об эмуляции других консолей. Они доступны и через Homebrew, и через официальный магазин Nintendo. Сторонних эмуляторов было много, начиная от Game Boy Advance и SNES, заканчивая первым PlayStation и N64. А Nintendo поступила интереснее. Она продавала не отдельные эмуляторы, в которых можно запускать любые ромы, а игры вместе со своим собственным эмулятором, и приставкой она видится как отдельная игра. Называлось это все Virtual Console. Всего платформ Nintendo могла предоставить 6. Все модели Game Boy, в том числе Advance,
NES или Famicom, Super Nintendo и внезапно Game Gear. И выходили под него в основном культовые игры по типу покемонов или Марио. Можно было собрать и свою игру под видом Virtual Console. Так, например, можно запихнуть эмулятор PC Engine или вовсе сделать локализованную версию. Но это делается через Homebrew. Тут уже стоят какие-то игры. Yoshi's Island, Pokemon Emeralds, Shantae, Micro Machines, Super Mario Bros. И далее по списку. Притом эти игры работают намного лучше, чем то, что запускается на эмуляторе. В особенности Game Boy Advance. Официальный эмулятор GBA вообще запускал игры на процессоре, отвечающий за DS-режим. Этим и пользовались игроки. Те собирали свои любимые тайтлы под GBA и рубились в них без тормозов. Библиотека игр под 3DS исчисляется просто сотнями тайтлов, и про все у меня просто не хватит времени рассказать. На этой консоли, безусловно, есть огромная куча игр, которые я не упомянул или просто в них недостаточно играл. Kid Icarus Uprising, серия Resident Evil, Star Fox, Animal Crossing, Mario Kart, сотни их. И поиграв в небольшое количество игр по 3DS, у меня выстроилось общее мнение о самой консоли. Поэтому пришло время рассказать об опыте использования. Консоль у меня задержалась на 2 месяца. За это время я успел насладиться всеми играми, которые были установлены не только владельцам, но и мной. Я только покемонов не запускал, боюсь за испорченные сейвы. 3D-эффект сделан на славу, и даже сейчас он может удивить окружающих. Это же 3D без очков, как такое возможно? В большинстве игр оно сделано грамотно. В Shovel Knight прекрасно сочетается 8-битная графика и глубина изображения. Конечно, есть игры, в которых 3D не используется от слова совсем, а есть тайтлы типа Dimension Remastered, в котором глаза от такого просто ломаются, и эффект приходилось уменьшать либо наполовину, либо выключать вообще. Тактильно консоль очень приятная. От кнопок идет заметная отдача, а стик прост и легок. Nintendo DS, безусловно, отличная консоль. И игры прикольные, и есть во что залипнуть. Но проблемы у приставки все же есть. В первую очередь, в самих играх. Нет, они неплохие, нет, они понравились. Они просто нацелены на другую аудиторию. Не раз я натыкался на блогеров, в котором игры Nintendo непонятные. Витя, привет. И я их могу понять. Игры от PSP или Vita с 3DS просто нельзя сравнивать. Аудитория Sony будет ждать от Nintendo адского месива, типа God of War или Doom Eternal. А в итоге получается Animal Crossing с милыми зверушками. И в компании это тоже прекрасно понимали, особенно когда после выхода 3DS и провального Wii U акции компании просели и стояли на одном и том же уровне 5 лет подряд. 3DS, в отличие от Wii U, продалась хорошо — 75 миллионов экземпляров за 11 лет, учитывая все ревизии и улучшенные модели. Но Nintendo хотела расширять свой рынок, не играми, так железом. С Wii U в 2012 у них это не получилось, а вот с Nintendo Switch это сделать удалось. Это более универсальная консоль и по сути перерождение PSP. Акции Nintendo не только пошли в гору, но и сама консоль за 5 лет существования продалась тиражом 114 миллионов. И это еще не конец. Все-таки любителей порубиться в мужские игры нашлось намного больше, нежели в милые или райские игрушки. Да и разработчикам игр Nintendo явно развязала руки. Если по 3DS мультиплатформу всегда было трудно делать, в особенности из-за слабого железа, то со Switch'ом достаточно было адаптировать управление и слегка ухудшить графику. Во-вторых, экран. К 3D у меня вопросов нет, а вот к расширению все же есть. Оно маленькое, всего лишь 400 на 240. И если на обычных моделях с этим можно смириться, там всего лишь 120-130 ppi, то на XL плотность пикселей падает до 95. Это же ужас. Третье — это ее частый ремонт, дело не в первых ревизиях. С этим я тоже столкнулся. Моя консоль в полностью развернутом виде просто отключалась с поком динамиков. В последние дни мне приходилось ее использовать полуоткрытой. И выключилась. Оп, хуя. Чё за пи***ц? Причем ломаются все консоли.
что новые, что старые ревизии. Чаще всего перетираются шлейфы. Они начинают коротить, вовсе отваливаться, и приставки приходилось нести мастерам на ремонт. И самое главное, это закат 3D-технологии вовсе. В начале 10-х ажиотаж на 3D-фильмы был огромным, особенно когда вышел фильм «Аватар» Джеймса Кэмерона. Только из-за него крупные производители телевизоров начали внедрять 3D-технологии, а режиссеры и компании часто присматривались к съемке кино в трехмерном формате. Время шло, и спрос на 3D стремительно падал. То, что выходило в 3D, было просто второсортным, ну, сами знаете, чем там «Бэткомедиан» фильмы называют. «Дети шпионов 4D» и «Челюсти 3D» не могут похвастаться высокой оценкой критиков. Крупным компаниям было просто нечего предложить, и один за другим передумывал выпускать свое кино в 3D. К тому же трехмерные диски на Blu-ray было очень непросто найти. Все свелось к тому, что производители телевизоров просто перестали внедрять 3D-технологии в свои плазмы. От некоторых владельцев 3DS я слышал, что тем самым 3D-режимом они не пользуются вообще. Максимум друзьям показать «смотри, 3D без очков». И все. 3D-режим, безусловно, классный, и большую половину времени я его использовал. А количество выпущенных 3D-фильмов снизилось до минимума. С другой стороны, 3D-эффект может вызывать перенапряженность глаз у других людей. А то и головные боли, особенно после долгой игры. Отрицать то, насколько 3DS была популярной и классной консолью, просто нельзя. На нее вышло много знаковых игр. Зельда, Марио, Метроид, Покемоны, куча старых игр с DSi и других старых эмулируемых консолей. Лично я этой консолью вовсе не разочарован. На ней, поверьте, приятно играть. Она создана явно не для всех, но для всего найдутся фанаты. И неважно, старая ли это 3DS или новая со вторым стиком и улучшенным железом, на них одинаково приятно играть. Если вам нравились игры на Switch от Nintendo, типа Animal Crossing или Mario Odyssey, то я вам крайне советую ознакомиться с 3DS, хотя бы у друга возьмите на прокат. В остальном, если тебе понравилось видео, ставь лайк, подписывайся на канал, а также оставляй свое мнение в комментариях. Кроме того, вы можете поддержать меня на Boosty. В нынешнее время у меня с деньгами все плохо, поэтому я буду очень рад вашей поддержке. На Boosty я выкладываю всякие эксклюзивы, и если хочешь видеть всякие спойлеры или что-нибудь такое интересное, то обязательно подпишись. Подписка начинается от 50 рублей. Ну и также вы можете подписаться на мой телеграм-канал, ссылка в описании. Всем остальным до встречи!